Более 50 детей сыграли в интеллектуальную игру «Что, где, когда» вместе с обладателем двух хрустальных сов Алексеем Блиновым, который стал ведущим. Принимал знатоков Большевиземский государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Это ребята из детских домов, это 10 детских домов Московской области. И очень приятно, что во главе всего этого стоит Министерство образования Московской области. И сегодня вот такая вот очень интересная игра. По 6 игроков за столом, всего минута на размышления, все как в настоящей игре. Среди участников ребята из Балашихи, Коломны, Подольска и других городов Подмосковья. Тема – история и литература 18-19 веков. Юные знатоки внимательно слушают вопросы. Некоторые не только на знания, но и на сообразительность. Очень им понравилось, потому что все дети, которые участвуют в этой игре сегодня, они были на слете выпускников и уже знакомы и с участниками остальных детских домов. И им сегодня очень хотелось и пообщаться с этими воспитанниками, и состязаться в этой интересной игре. Уже известно, что следующая игра пройдет в начале 2020 года, а сейчас дети начинают активную подготовку. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».